Ну что, наконец вышло то, чего ждали все игроки. Вышла и Надзума. Сколько же было разговоров, вопросов и прочего. Вот она вышла, я в нее поиграл, и сейчас расскажу, оправдала ли Надзума мои ожидания или же нет. Конечно же, видео будет без спойлеров в сюжете, так что если ты еще не играл, не переживай. Поехали! Когда я только начал проходить Надзуму, у меня появилось то самое ощущение, как будто я первый раз запустил Геншин и попал в Манштадт. Очень много нового, неизведанного и интересного. У меня давно не было такого ощущения. Например, эмоции драконьего хребта у меня были смешаны. А тут видно, как разработчики долго прорабатывали эту локацию. И мы ждали не зря. А еще я сразу попытался свалить с начальной локации. А мне сказали так не делать. Следующее, от чего я был в шоке, это количество сундуков, электрокулов и так далее. Одним словом, тут очень много контента. Наконец, мой инвентарь стал пополняться ресурсами, примагемами и книжками. Также добавили возможность выбора региона у ежедневных квестов, что очень удобно. А еще у меня пропал Егор. Эф за Егора. Новые персонажи, которые наделали огромное количество шума еще до своего выхода. Кадзуха сменился Аякой, и самые популярные вопросы на моем стриме, буду ли я выбивать эту Аяку. И хочу всем ответить, нет, не буду. И не потому, что я не хочу, а потому, что когда я попытался сбить 50 на 50, мне в последний день выпал Кадзуха. Это моя удача, и тут даже говорить ничего не надо. Доначу 4к на Иолу, проигрываю 50 на 50 и выпадает Чича. Пытаюсь сделать себе 100% гарант, выигрываю 50 на 50. Так что Аяку я точно уже не получу. А вот Йомию возможно. Тем более у меня для нее лук завалялся на складе. Но я все же не теряю надежд, что моя девушка со 100% гарантом получит Аяку и я смогу снять для вас видосик. Твет, ты же получишь Аяку? Я Йомию хочу, отстань. Следующее, от чего я офигел, сюжет. Он всегда являлся сильной стороной Геншина. Это хоть и типичная аниме-история, но она настолько интересная, что порождает множество мемов, обсуждений и теорий. Сюжет в Надзуме не стал исключением. Он очень интересный. Вставлять кадры с ним я не буду во избежание спойлеров. Но если вы еще не начали его проходить, советую отвлечься и сделать это. Сундуки не убегут, а вот спойлер поймать вы сможете. Давайте теперь поговорим о субъективном. Красота и Надзумы. Это, наверное, самый красивый регион из всех. По крайней мере, по моему мнению. Его внешний вид настолько тебя расслабляет, а разломы в земле, в которой запрятана куча лута, это прекрасно. Причем и Надзума мне больше напомнила Японию, а не Китай. А я очень люблю японскую эстетику, у меня даже татуировки с ней набиты. Еще и добавили новых врагов, что тоже супер круто. Это, кстати, самураи. И помимо самураев добавили электроцветочки. Надеюсь, вы рады. Также не забываем забрать целых 600 примагемов за техработы. Это маленький подарок от разработчиков, может с них вам и выпадет Аяка. Но мне, как обычно, выпадет 6 синих. На самом деле, в этом плане разработчики огромные молодцы, что они за техработы дают примагемы. Я никогда не говорил это в роликах, но мне правда это супер нравится, я думаю, как и всем. А теперь о том, что меня не порадовало. И Надзума будет выходить постепенно. И это плохая новость для всех спидранеров. И для меня в том числе. Сейчас доступно всего лишь 3 архонта. Хотя карта будет супер огромная. И вы можете долго говорить, что нефиг спидранить контент. Но это выбор каждого человека и не вам решать за других людей. Но на фоне плюсов это уже звучит как придирка. Так что давайте подводить итоги. И Надзума это то, чего мы заслужили. Могу сказать за себя, ожидания оправдались сполна. Мне было правда сложно оторвать себя от геймпада, чтобы пойти записать ролик. Так что если кратко подвести итог, и Надзума топ, а я ушел играть. Всем пока!